А что, если суперконтроль Мипаря? Ты смотри. Спине. Это вообще что такое? О, мне ГГ. Нифига себе, они в пятером тупо играют, понял? Давай. Я тоже на базу слетаю. Ой, кто-то там не успел тпхнуться. Хилил. Ой, хорош. Ой, засейвит, сейвит. Там пухни, пухни. Я пойду кого-нибудь поищу, есть Аегис, можно реализовать. И у меня почти есть Эзериал еще. О, во-во-во, ТП-6, 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 давайте. Хорош, давай, туши его. Ломайте. Вообще, изи, изи крипочек, души его. Так, пацаны, у нас проблемы, ну деремся, мы мужики. Изи, они нас не потянут, мы очень жесткие. Да, я стрельну в него. Ах ты, сюда ТП даю комнику. Вот она, вот эта суета. Вот это профессиональный мипарь, пацаны. На тебе еще туда. Хорош, но это на вставочку, ребят, что я могу сказать? Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если суперконтроль Мипаря? Ребята, у нас сегодня супер гениальный видосик, и сегодня мне, конечно же, будут помогать мои ребята, друзья, мои подписчики, которые у нас вот здесь, вот они. И у нас, получается, вообще команда вся сейчас находится в, как бы, в Дискорде, да? Но не в Дискорде, потому что у некоторых ребят есть проблема с микрофоном, но не суть. Короче, у нас один чел в Дисе, это у нас Абдушка. Эй, вот он здесь, да, все остальные ребята просто у нас слушают. Но смысл не в этом. В общем, сегодня у нас идея максимально грандиозная, сегодня нереально крутой видосик, и надеюсь, он вам в целом зайдет. Идею я расскажу чуть позже. Перед началом видоса, конечно же, обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на YouTube-канал, и чел мне, прикинь, я вот говорю, подпишитесь на YouTube-канал, и чел мне пишет в личку: «Здорово, говно». То есть, понимаешь, насколько веселый уже видосик начинается. Поэтому, ребятки, не забывайте подписаться, поставить лайк от души. Надеюсь, карточка вам понравится. Смысл игры. Сейчас я вам все расскажу. Основная задача моего персонажа — это, конечно же, просто немножко поапать левел, немножечко побегать, поиграть. И по мере появления мипарей каждый из моих союзников будет брать по одного мипаря, при этом отводя своего персонажа и не имея возможности его юзать. Это будет очень-очень круто. Так, Венга нужна нам. Венга есть. Венгу зачем забрал? Ты на Венге? О, так. Я говорю, что нам зарубить нельзя. У нас нет Найкс. А где Найкс? Нам Найкс 100% нужен. Репик делай. Где Найкс? Репик, репик. Репикай Зевса. Зевса, репикай. Найкс нужен. Ты чё? Дядь, репикай. Найкс нужен. По-любому. Найкс нам нужен для чего? Короче, у нас основной мипарь будет запуленный. Давай, репикай. Репик! 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 Репик делай! Чего за дела? Нам нужен лайфстиллер. Для чего нам нужен лайфстиллер? Лайфстиллер нам нужен для того, чтобы в основного мипаря зайти и взять с собой Венгу, чтобы она давала ауры. Чтобы она давала ауры. И, соответственно, у нас будут заряженные мипари с огромным количеством дэмэджа. Так, ну я так понимаю, без Найкса нам не варик, да? Давайте сделаем ри. Давайте быстренько, пацаны. Тун-дун-дун-дун. Поехали, лифт. Ну, ливайте. Итак, ну что, ребятки, сделали мы ри. Соответственно, сейчас у нас нет права на ошибку. Ребята заряжены, ребята готовы. И в чем смысл? Короче, я так и не дорассказал. Смотрите, главная и основная задача ребят, которые у нас играют на саппортах, это, конечно же, нужно нам Венгу 100% с раскачанной тройкой запихивать в Найкса, и Найкс залазит в основного мипаря. И что у нас получается? У Венги есть Володька, у Венги есть барабаны, у Найкса, возможно, какая-то Шива, возможно, какая-то Кираса, и они очень сильно усиливают нашего основного мипаря. Что это за вард? Наблюдение! Наблюдение. Вот оно, наблюдение. Дополнительное наблюдение здесь у нас есть. И, короче, они очень сильно усиливают основного мипаря, но не в этом смысл. После того, как полностью все будет усилено, все будет улучшено,
мы бросаем персонажи, на которых ребятки играли, и начинаем играть только на мипы. При том, что у нас в мипаре основной должен быть уже 6-слотовый, 100%. Мы продадим все артефакты, которые нам не нужны, там образно на алхимике, да. Арты уйдут там, на чене арты уйдут. И все это отправится на базу и будет стоять просто втухать. Самый кайф будет в том, что все мы будем вместе одной сильной кучей вот этой, да, но по разным лайнам ходить. В случае какого-то где-то нападения будем кооперироваться, будем убивать. Надеюсь, это получится интересно. Так что, ребятки, не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал и поехали. Ребятам спасибо заранее, сразу говорю, они меня слушают. Кстати, ребята, плюсики поставьте, пожалуйста, если слышите, это будет очень понятно. Ребятам спасибо, кто меня в целом здесь не слышно пишет. Все, мы не слышим, хорошо. Ребятам от души за то, что помогают выполнять такую задачу. Ну, надеюсь, получится интересно. У нас еще главное лесочки немного подстакивать, и, чтобы было, ну, прикольно, реально. Надеюсь, получится реально круто. Так, ну, на рунах там алхимику стараются. Скорее всего, алхимику не дадут, там два стана, надо ребятам сразу зонить. Венга. Плюс Найкс, наверное, сразу отзон надо какой-то давать. Ребята там... Душа, так, ты чё, давай иди отсюда, сейчас как пуфну. Опа, смотри, размен хп пошел. Ничего, я хильнусь нормально. На развороте поиграем. Давай, давай. Он видел, как я их загазлайтил? Они в себе не уверены были после этого момента. Изи, две руны. Я говорил, слушайте, а может мне вообще мидас сделать дополнительно, чтобы эксп гонять? Как думаете? Звучит неплохо. Звучит неплохо, звучит на самом деле максимально странно для задротов мипарей сделать мидас на мипа, но в целом, я думаю, мне кажется, будет неплохо тем, что я смогу забустить. И давайте, наверное, сделаем небольшое ограничение в плане того, что будем играть, допустим, вот второй, третий, четвертый слоты будут пересаживаться на мипаря где-то примерно, ну, по мере, во-первых, прокачки и, конечно же, по левелу. Вернее, не по левелу, а по времени. Ну, по левелу изначально и по времени. То есть смысл в чем? Где-то примерно с 10 минуты начнем, так сказать, делать то, что, ну, в принципе мы замыслили. Я думаю, это будет более корректно, нежели чем сейчас я апаю, и сразу же у нас один персонаж становится в АФК. Надо венгочку проапать и тому подобное. И надеюсь, получится прям, ну, реально бодренько, бодренько. А поэтому пока фармим, колотим крипиев, ребят. И, как говорится... А мы их сильно не убиваем, да? Не, надо, если они подставляются раннюю стадию, вот этого можно наказать уже. Он себя плохо вел. Все, он наш. Хорошо, хорошо. Вот этого туда. Просто вот этот тоже наш, как бы. Не-не-не, я не пойду. Он, по идее, одну единицу даст, одну тычку, я до свидания скажу. Вау. Нормально, нормально. Качнешь тест оф файт? А, качнул уже. Сейчас я зафармлю пачку крипов, отправь меня на базу. Давай, давай. Вот эта пачечка и на базу полечу. Хорошо. Вот как у нас уже скомбинено-то все. Мощно, аппетитно. Все, я полетел. Этого оставляем здесь, найс. То, что нужно, дядь. Сау. Спасибо. Саубол, давай. Что? Саубол, это казахского, до свидания. Извращенец. Так, я там не стакнул, естественно. Найс, пойдет, отлично. Я могу, кстати, сейчас прийти, можно попробовать убить. Или нет? Хорошо. Пока, да, что, пока что играю сам на двоих мипарях, чуть-чуть. Ну, вторая минута, прикиньте, сейчас чен остановить АФК, чтобы мы с ним на лайне. С одной стороны, это прикольно, а с другой стороны, давайте лучше сделаем немного по-грамотному. Сделаем сначала мидасики, там, вот эти всякие вот темы. Будет все огонек. Блин, без сапога, конечно, он такой каракатец. Ничего страшного. Ты посмотри на этого омника, какой он отважный. Вай, больно, бро. Оу, ну ладно, давай немножко подеремся. Ну как, немножко, да? Немножко сразу чувака откинули. Я просто стакнуть хотел. Да. Блин, я пойду крипа возьму на стак. Давай, да, крипчика возьми и подстакивай. Мне просто отводить туда-сюда, я как раз экспу поапаю. Ну, как раз удобный дальний. Оп, хорошо. И найс. Так, я на базу схожу. А ты можешь моего основного отправить на базу? Там 200 маны тебе надо. Я его пошлю к тебе, у тебя накопится как раз. 150. Давай, давай. И из мидас как раз возьму. Там это венга, если что, не забывай, братка, третий макси.
Потому что твой левел особо не важен. Да иди спокойно. Ну давай. Все, Венга третий размаксит. Так, я даже, наверное, два кемпа смогу. Пробуй. Да, я мидас сделал уже. Нормально, третья минута мидас, это очень хорошо. Третья минута, что? Да, да, кайф. Сам в шоке, я не знаю, рак. Ах, хрена заси. Ой, пятый левел сразу туда, на. Кайф, слушай, мидас, новая мета, что ли? Хорошо. О, хорошо. Чё там, ты на базе, да? Да, я ТП-6. Да, я смотрел тут как-то. Второго мипаря отправишь на базу, будет по кайфу. Пусть почилит немножко. Блин. По 200 я маны. Я интеграцию сейчас сделал. Дороговато, да, по 200 маны? Не-не, вот это вообще напишу. Давай. Ты дал, да? Уигабор, дядь. Так, ребята на топе там какую-то суету затеяли. Суета. Неважно, на Венге сколько парень умрет, самое главное, чтобы... Это да, это типа, это тактический фит, мнимая победа для оппонентов, чтобы они понимали, что вроде они сильные, но на самом деле... Но на самом деле они не сильные. Я что-то не обратил внимания, мидас как экспу дает мипарям. Немножко не обратил внимания. Кто-нибудь в курсе, как вообще дает? Я не шарю. Я тоже. Я никогда не делал мидас на мипаре. Это первая игра с мидасом. И это на самом деле выглядит максимально кринжа, конечно, но... Сейчас посмотрим. У меня мидас откатится, я рядом с мипарем. Вторым мидас, ну и скажу вам, как это работает. И работает ли это вообще. Так, окей. Седьмой левел. Не, вроде корректно дает так же. Хотя хрен пойми, если честно, сейчас как-то пыхнуло. Непонятно. Так, встаем и побежали. Вряд ли, конечно, успею отвести, но ничего. Так, мидас есть, в принципе. Тут игра будет без даггера на мипа, сразу говорю. У нас будет просто лютая артиллерия, скади там всякое такое. Кстати, начнем сразу, наверное, с... Отправишь на базу? Давай, идем. Он здесь на лайне. Вот этого, хорошо. Уигабор. Блин, кстати, по кайфу, да, Чен заходит? Типа, ну, бесконечный расходник. Не отрываясь от ботвы, как говорится, фармлю. Я бы сказал, это абуз даже, в какой-то мере. Это, мне кажется... О, оппорент! Шестой лайн... Оскорбление! Оскорбление? Что? Оскорбление. Не знаю, оскорбление пришло какое-то. С чего это? С чего это будет? Я не знаю, честно, не понял, почему я сказал оскорбление, но, видимо, так надо было. Понял. Окей. Так. Оскорбление. Хорошо. Арбуз получается. Но омник такой, крипов так, похилить тут... любит. Жесть. Смотри, смотри, опасно. Это... Ой. Омник в моей команде получается. Да, он, смотри, он кату хочет захилить. Бешеный оп. Хилер. Оп, двоих забрал у них. Нормально, дядь. И вообще экспы нет, смотри. Да, экспы у них нет, и я пойду еще мидасну. Еще мидасну. У меня хороший левел идет, очень бодро. Очень бодро вот левел тут 2, идет. Тут 3. Так у меня что-то так подлагивает, вообще не кайф. Ну, у нас проблемы, снегопады начались, и я боюсь, сейчас это заруинит всю игру, эти лаги, если честно, это жесть. Пауза была какая-то. Блин, экспу очень люто заряжает. Я поставил, ты пролагал. А? Ты поставил? Пролагал, Войси, ты пролагал. Да, ну интернет, значит, сорян. Интернет моросит. Значит, интернет моросит. Сорян, парни. Так, у меня есть тревел. Хорошо. Так. Второго отправишь на базу сейчас? Давай идем.
Отправляй, отправляй его. Не, он же ж не, его не цепляет. Нормально. Хорошо. Его не цепляет Ice Blast. Вот этого основного цепляет, а того нет. Я на базу влечу, нормально. Ты живой, да, если что? Хорошо. Да, да, я еще тоже поставлю. Ну, найс, все тогда, кайфуем. Так, ну, в принципе, пока что все идет прям, ну, успешненько. Так, паузит. Ты, если что, можешь армлеты делать, фармить нормально, спокойно. Нет, не парься, не газуй сейчас с аганимом. Сделай себе пару артефактов, чтобы можно было более раскрепощенно фармить, выразимся так. И все. Знаешь что? Нам кемпы заблочили. Разблочим сейчас, ничего страшного. Жесть, вот тут заблочили. Тут... А, нет, тут есть, вот тут точно заблочили. Ну, а там половина подписчиков там... зашло, кстати. Так что ты знаешь, да? В обычном пабе никто никогда такой фигней не страдает, а вот... Кинозес Гейминг! Вот там бы надо бы хена похейтить-то. Ой, ману сосет, видел? Че себе. Блин, мне... Слушай, Мидас, походу, работает. Ну, у тебя как будто... Экспы очень много дается. Слушай, чересчур много. Мидас работает, походу, на мипаре. Ну, на карте девятого нету больше левела. Да, понятное дело. Жесть. Ну, походу, работает, слушай. Ну, я сейчас, типа, будет три мипаря, будет уже точно видно, что Мидас, если там по левелу будет давать, то, ну, как бы... Сам виноват, как говорит Хускар. Хорошо. Там на топе что-то вот какая-то суета. Че жесть. Да, без маны отправляю я. Там на топе бы, наверное, ребятам надо помочь. На топ ТП дал омник, я сейчас тоже дам. Я думаю, помочь может тоже пойти. Ну да, там трое. Там четверо даже. Рубил его устроим. Давайте, я ТП тоже дам туда, пойдем подеремся немножко. Я смока возьму там. Сейчас немножко тут суеты наведем. Суеты наведем. Фига, вы прям в наглую. Ну пойдем чисто на суету. Чисто суета. Ой, там смотри, там еще и на пришеленцы пришли. Да ты че, их пятеро там. Нафиг надо, отходи, Венга, отходи. Ты видел? Вообще, это что такое? Мы выходим, а там 10 человек, короче, стоят. Потный на аппарате, что? Потный. Он очень потный, дядь. У него подмышки волосатые. Сейчас увлажним тогда. Увлажнить надо. Акс эффект попробуем. Кстати, там ЕСа взяли, заметили? ЕСа взяли. А что он нам сделает? Мы просто будем рассредотачиваться. И он нам ничего не сделает. Блин, экспы очень много дает, ребята. Вообще жесть. Так, у меня три мипаря, между прочим, есть. Три. Ну-ка. Ну я бы вообще уже АФК встал и поплеил бы на мипо. Да? Давай, сделаем, чё? Где ты там? Так, давай, я только тебе продам. Даю. Так значит, один F2. Куплю. Вот так вот, да. Если что, бабки мне все скидывай. Хорошо, сетку я замаксил, вон твой мипарь, дядь, забирай. Сюда его. Хорошо. Там на миду что происходит? Асту заберу. Что, поехали, поможем? Чем? Да. Ух ты. Ты смотри. В спине. Это вообще что такое? О, мне ГГ. Нифига себе, они впятером тупо играют, понял? Жесть. Подожди, это походу не половина подписчиков. Это все. Там 4 подписчика было, и 1/9 слот это рандом. Ух, нифига себе они там. И слушай, он все равно с ними ходит. Да, да, нифига, нормально разваливают пацаны. Ну интересно будет. Интересно, да, будет потновато. Так, аганим есть, да? Хорошо. Аганим сейчас запулит. И получается 4 мипаря будет. Да, я продам сейчас. 4 мипаря. Ну, в принципе, Венга какой? 6 левел? 3 левел? А, 7 она сейчас апает. И, в принципе, на Иксу аганим. И можно с Венгой тоже. Но Венгу пока не будем напрягать. Пусть. Мне аганим сейчас кому? Никому аганим. Одевайся, дядь. Одевайся просто. Аганим купил. Да, я видел. Я арбу сейчас куплю. Я к тебе, ты пешись? Так, F2-шна у мипа, он со мной.
Вот этот настоящий, вот он сюда. Так, я-то вот этот, вот этот, хорош. Все есть. Не-не-не, у меня забинжен. Он у меня забинжен, вот мой. Все, 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 это твой. Поехали. Я пойду Мидасну. Чё там, мужики? Пойду Мидасну. Так, ты рядом со мной желательно не становись, потому что мне... Опа. Опа, нифига себе. Клиентик. Ну, по идее... Блин, вот это, так, конечно, засада. Это, конечно, засада. Души, вот души, я иду. Я забыл, кстати, можно телепортоваться. Ах ты. Давай, конечно. Я тут попал так. Вай, жесть. Да о-о-о, они опять тут все. Надо... Я заваржу, короче, пацаны. Вообще невозможно что-то. Вообще жесть. Так, да, заварди там. Да, ой, надо завардить, потому что они что-то всей толпой. И Свен со спины вышел. Короче, тупо нежданные какие-то, негаданы. Жесть, ну тяжело, пока тяжело максимально, потому что в голове не укладывается сейчас, типа, портануться. Я бегу пешком, думаю, можно ж портануться даже. И они еще толпой, вот это самое неприятное. Так, ну я, окей, я буду уходить сейчас в статы. Мы чуть-чуть сейчас проапаем нашего мипаря. И там, кстати, Свен плюс... Блин, ЕС Свен и Омник, это на самом деле тяжеловато. Тяжеловато. Венга 7 проапала, хорошо. Володьку по чуть... Так, вот так вот делаем. Так вот делаем. Мы с Найксом аппарата зарубили, и он хороший буст получил. Да, найс. Кайфер нормально. Стоит он. Так, я на мид так, пройдусь. Бойч. На мид пройдусь. Оп, я пуфнулся. Поехали. Так, а где варды? Если чё. На базе лежат. Блин, надо забрать. Я мидас. Сейчас заберу. Без проблем. Слышишь? А, у меня же... Экспу дает, слышишь? С Мидаса два раза дал экспу, да. Понял. Это же имба получается. Получается, давай вот этого накроем. Давай, давай. Эх, не достаю. Жесть, он быстрый, куда он бежит? Ну, эх, не попадаем. Ну сейчас, сейчас будет сетка. Оп. Давай, давай. Так, хорошо. Вот это... Бежать! Хорошо. О! Вот этого отведу. Да ё-моё. Я бай. Не, я не успею. Да они, же, они все в пятером ходят просто, ну ты понимаешь? Просто колхоз какой-то. Просто в пятером вот сюда вот так вот идут. Я не понимаю, что с ними не так. Это просто кринжи. Что за бред? Брат, на винге ты можешь вот вардики поставить, пожалуйста? Да он без сапога ходит, надо мне брать. Жесть. Ну, понял. Они просто ходят, да, тупо в пятером. Они просто ходят толпой. Такой бред. Я не успеваю даже тпхнуть мипаря. Тпхнуть не успеваю. Нам знаешь, что надо делать? Через пуф как-то играть. Мы типа кого-то убили, я сразу отбегаю, и ты на меня типа тпхаешь. Да нет, тут просто сейчас мы уже венгу, сейчас Найкс залезет, и все, мы уже в принципе. Давай одного дома оставлю, действительно. Так, вот так вот сделаю, пока двумя мипарями буду плеить. Двумя пока что. Один на базе пусть стоит, на халде. Венгу запихнем с Найксом, можно будет уже прям, ну, нормально так расходиться. Че там Свен? Я лечу Свена убивать, дядь. Хорошо. Мы летим. Там ЕС, кстати, с даггером, аккуратно. Ну да, он выжидает прям. О, по химику попали. В спине два еще. Да ты посмотри. Я улечу, короче, нафиг. Аппарата можно забрать, в принципе. Я их поймал там. Я тоже закинул сеточку. Блин, их много, очень-очень еще. Очень много, да, я не понимаю, типа, ну... Прикола, они просто тупо толпой вот так вот играют и все. Я пойду нанизу. Стану. Я не знаю, они просто какие-то, ну, странные немножко, реально. Они просто впятером. Вот АДшка. Возьмешь на Найксе? Я низ сломаю. Будем низ сломать? ТП-хни сниз побьем. Давай. Давай. Хорош. Салам алейкум. Прикольно. Вот это именно то, что я хотел. Забавно. Авито достав. Да. Мипари. Можно дальше идти, а не на топе впятером.
Пойдем сплитовать, что будем грамотно играть, окей. Если они там киберкотлетные, ну давайте поиграем по киберкотлетным. Опа. Это ЕС, это ЕС, это ЕС, это ЕС. Давай убьем его, что-то нам вообще пофиг на прокаст. Давай. Я пукнул. Пукнул? Ты когда выделяешь, короче, ты моего тоже забираешь. Да, я короче, типа, знаешь, понял? Твоего надо уже... По привычке. Да, надо, короче, распределять прям грамотно. Так, это твой там стоит? Опасно. Конечно, он у меня на бинде. Я запутался вообще, где чей мипа? Вот мой мипа, вот он двигается. Не трогай его. Окей, так, все, хорошо. Пойдет. Так, у Найкса что там, Радик, да? Ну, аганим, наверное, Найксу, и можно по чуть работать. Как думаете? Ну, на винге... Давайте забустим ему Дженгу и пойдем. Да, можно, можно. Барабана давайте чуток бить. Пофармим, я согласен полностью. У меня уже вторая арба, 1500 хп мипа. Так, еще 7 хилок выбросил. Отлично. Ставил. Отлично. Так, не кикать. Эй, мужики, не кик, пожалуйста. Не кик. Сейчас вернусь. Ой, там смотри, в лесу. Оп. Где отряд? Смотри, что делают. Просто впятером тупо. Жесть. Да мы на сплите их переиграем. Да, да в любом случае. У нас 5 голов, у них одна. 5 голов. У меня почти скади есть. Первая. Мы Танос. Смотри, они... А, ты тоже, да, туда? Я на низ, да, что сплетанем. Мы до одного крипа прилетели. Сплетанем. Это мой. Хорошо. Нормально, нормально. Но они мид нам ломают, конечно. Я не знаю, как мы будем дефить. Смотри, они ХГ собрались, да? Нам придется дефать, да, они сильные на ХГ очень. Хотя так, у нас вот радик на сильнее. Я пойду скади заберу. Я монетку... С магаза. Я монетку не могу, да? Ладно. Я ее сломал. Меня сейчас пойду поймать. Пойду скади заберу. Да, аккуратно там, смотри. Там роур один и ГГ. Да, барабаны желательно. О, смотри. Я только ушел. Да-да, вон они ходят. Еула аппарат. А еуловый аппарат это дерьмо. Так, один скади я собрал. Пойти на топе потусить. Там на ТП уже кто-то побежал. ЕС уже на ТП бежит. Мипа на топе! Быстрее! Локейшн! Локейшн! Смотри, уже вон, да, уже пришли, типа. Я вообще в шоке. Location. Location. Send me location. Жесть. Doesn't matter. Да, два раза мидас срабатывает, слышишь? Жесть. Второй мипарь рядом, два раза мидас срабатывает. Жесть. У меня уже 16. Так, ну я кипы тоже подфармливаю. Да, да, найс. Косарик есть, сейчас Эзерил сделаем. Так, но Найкс я туда у нас боюсь. С барабаном. У нас на Найксе Дженго. Опа. Свенчик там, смотри. Рекса, ты что? Я тут пацанов дизейблю. Ну, чуть-чуть подизейблю. Ой, залази, дядь, поехали. Хорошо, венгу продали. Они опять пятером тут, понимаете, да? Я улетел пока на базу, если что, пуфнусь. Я на низ пуфнусь, пофармить. Жесть, они, короче, тупо всегда пятером. Но мипа будет наш выдержать, потому что нужно его, короче, раскачать тупо. Нам пайпуха еще нужна. Да, вот я не знаю, кстати, на самом деле, нужна она нам тут или нет. Да там шейкер, ульта аппарата. Ну, 4000 хп будет на основном и 3000 хп на внешних. И парях. Ну, так, ты у меня... два крита от Свена получишь. Проблемы. Смотри, смотри, смотри. Что делают? Ой, а ты прилетел, да? О-о-о. Нормально, нормально, я выкручусь. Там Юл, дядь. Я шоу-шайк отсмотрел, не выключись. Все, какая. Попробуй. А, чуть-чуть. Я заморозила. Все, жесть. Я не буду больше прилетать. Это жестко, дядь. Но они думал, чисто впятером бегают, и все. Жесть, а, мне надо... Я сейчас ульт апну на чё, или нельзя уже? Да, апай, нет, чё нет.
Они, видишь, как играют? Нечестно оппоненты играют, впятером бегают. Поэтому нам тоже нужно брать. У нас-то... У нас фановая игра все равно. Они потеют, прикинь, насколько им сейчас тяжело. А нам-то по рофлу. Поэтому нормально будет. Сейчас алхимик, по чуть-чуть мы оденемся. Наверное, Найксу, думаю, нужно самому аганим собирать, да? Чтоб алхи... Хотя, я не знаю. Но, кстати, слоты, скорее всего, продавать не будем, потому что, мне кажется, тут тупыми парями можем не потянуть. Можем не подтянуть. На сплите, мне кажется. Может. Да хрен его знает. Там они вообще что-то. Впятером плюс омник. Это мы не сможем бить по-любому. Понимаешь? Они там идут. Они низ просто толпой играют и все. Так, я рез. Окей. Сюда ТП даю. Так, ты пока поиграй сам. Я это, ульту апну. Но я играю пока тут. Играюсь. Я тебе дал. Хорошо. 4. Забираю, они ХГ идут. Будем дефить ХГ. Давайте, я ТП на базу делаю. Но надо дефиться. Дефимся, ребят. Кого? Ой, химика убили. Хорошо. Я раскидываюсь. Смотри, в меня прыгает на есть. Понял, понял. Да подписчик, сразу видно. Да. У меня full фокус тут, ребят. Так, я ультапнул. У меня full фокус, меня просто. Yes, Свен сразу в меня прыгнули. Сразу же. Нормально. Ну, нормально, ну. Это наоборот хорошо, потому что они потянули сейчас для себя карту. Просто, ну, смысл? Это подписчики, сразу видно. Ору просто. Да, я убежал. Чаще в меня прыгаете. Ой, боже. Все. Все. Так, чё Венга там у нас? Венга, Володька. Да все, Венга уже затарена. Забавные ребята. Ну, в принципе, у нас тогда нужно чё, как делать? Смотри. Нифига себе ты там каталажкой зачем ломаешь? Руинишь. А, алхимик же, я забыл. Команда сильней. Мне команда слабей. Так, у меня все мипари есть, надо играть, ребят. Чё сидим? Надо только Найкса запихнуть уже. Пора бы уже. У каждого свой мипарь должен быть. Ну, кроме алхимика, пусть фармит. Так. Вот этот мой. Нет, подожди, я сейчас раздам по слотам. Надо по слотам раздавать. Это... А как понять, какой тут какой? Вот и я ж про это же. Я их выставлю просто. О, экспу дала. Видел как? Чисто абус, рили. Так, ну по слотам у меня хреново. Давайте я на базу их портану. Я их расставлю. 1, 2, 3. Так, это 1, это 2, это 3, это 4. Вот это 5. Вот это 5. Так. А, я вот этого забираю. Что там убиваю? Так, этот один у меня остается основной. F2-шный, потом каюк. Вот твой третий, вот этот двигается. Гарик, это твой мипарь. Все, и поехало. Четвертый это у нас Язера. Язер у нас фармит. И пятый, я их пока по контре, вот этих троих, а вы вдвоем можете уже играть. Вот так вот, типа. Если что, там раз там кооперируемся, убиваем. Я пошел фармить. Надо из Эриал добить и... Делаем вещи. Найкса бы уже и Венгу запихивать как-то. Хотя, ну, блин, как-то надо уже пытаться. Что-то делать, какую-то суету наводить. Гоу искать. О. Какой хотим мой? Там. Так отводили же, какой твой. Возьми вот этого. Не-не-не, надо по цифрам. Ну, вообще надо желательно вот по это, цифрам. Вот это второй. Это второй, это мой. Хорошо. Второй братишка. Именно братишка, потому что он слабенький, маленький. Хорошо. В пятером внизу сильно там нет, не газуйте. Так, у меня 18-й. Хорошо. Ну я из Эрил почти выколотил. На базе один мипарь, если что, стоит. На топе чуваки сейчас. Не знаю, пойдут они на топ или нет, как думаете? Газовать. Внизу трое, я топ ломаю.
Они низ идут фул, пацаны. Я Т2 сломаю и прилечу на базу. Вот так мы тут все. Давайте не будем разменивать ХГ. Или хотим разменять ХГ. Они быстрее сломают намного. Не знаю, нам бы лучше дефить, я думаю. Нам дефнуть. Там... Они просто сейчас в любом случае... Ну я покушаю чуть-чуть. Я ТП-6 на базу. Хорошо. Ой, ты зря так на винге сделал, брат. Я иду. Ладно, четвертого мипа возьму. Что, не справляемся, если честно, что-то. Я их тут под... Да, нормально они... О, вот это... Стану, топора... Я задоржил. Да, ну и ЕС просто меня накрывает. Но я их разминаю в спину, если не умрешь, будет ну, хорошо. Ну, умрут, скорее всего. Я подхилил? Хорош. После то, что нужно. То, что нужно, дядь. Я поймал брата? Не отпускать их? В смысле отпускаем, брат? А, ты что? Да что происходит? Ты себя очень плохо. Ладно, деремся, деремся, пофиг, деремся. Я всех законтрил, потому что там начался такой кипиш. Всех лучше законтри уже. Я не отпускал просто аппарата ТП сбил, шейкеру ТП сбил. Я понял, так мы на топ можем ТП дать и запушить. Поехали, поехали. Че сидим? Они не ожидают. Я четверых под контрю, потому что там что-то нужно разобраться, кто какого контрит, ребят. И все. Ломай, бей. Да, ломай, бей и отходим. У меня и зарел есть. Хорош, паузит. Оп. У нас на топе свен. Я вижу, да. Иди. Уйдем. Вот этого мипаря уводи. Успеешь? Хорош. Да, конечно. И язер прилетел. Так, ой, этот паузит. Короче, пацаны, выставляй. Надо выставить мипарей. Там каждый, кто кого хочет контролировать. Ничего не понимаю, что происходит. Давай, шеренгу. Шеренгу, да, сейчас, шеренгу. Я пойду и зерил возьму. Огоним на иксу, и все, можно пулить венгу туда и поехали. ХП 2200 должно хватить. Просто будем аккуратно, не вместе стоим на мипаре. И все будет нормально. Так, и арбу еще. Все, найс. И можно, кстати, немножко этого одевать мипаря. Так, ребят, я в ряд выставлю их. Это один, это мой. F2-шный, это вот этот. F3, этот вот этот. F4, это подписка на канал. И вот, все, вот так, ребят. Вот этот, обдушка, забирай своего. Хорошо. Венга. Гарик, третий твой вот этот стоит. Вот он, я управляю им. Контроль, да, кстати, контроль я ж не раздал. Вот, все. Третий твой, вот это твой, дядь. Четвертый у нас Язера, вот этот стоит он. И пятый паузе, да. Четвертый Язер. Пятый на базе пока стоит, да, пятый пусть на базе. Все, ребят, я раздал каждому мипаря и поехали. Хорошо. Так кто приехал? Это я. Основной мипарь прилетает. Понял. Хорошо. Все. Так, ну что? Претензий нет. Венгу хавай, да, садись в настоящего, в оригинала. Венга. Каталашку нашли. Венга, ты сейчас должна контролить мипаря. Так, хорошо. Я иду, дядь, я иду. Сейчас я приду, дядь. Я с базы иду, вот он я, смотри. Садись. Поехали. Все, запакованный основной мипарь. Так, можно туда ТП дать. Блин, удобно, слушай. Че зачем там? Ты монетку взял, когда там хибик бежит? Вон, пойдем убивать. Гоу-гоу-гоу, ТП-шись к этому, к мипарю, ТП-шись. Свен идет. Свен. Разбегаемся. Да можно аппарата убить, знаете, изи. Изи аппарата убьем. Я выживу, по идее. Нормально, я еще живой. Душите, пацаны. Ой, там мипаря, лоу хп. Уводите там, кто лоу хповый. Давай. Суету, убегай, дядь. Хорош, души, пуфаю. Вот я так-то. Душите, это омник убегает. Че омника оставили? Да я стрельну в него. Ах ты, сюда ТП даю к омнику. Вот она, вот эта суета. Вот это профессиональный мипарь, пацаны. Соло пишет. Ой, бро, давайте. Я низ полечу ломать. Жесть. Вот это вот я понимаю. Законтролил, шейкеры, то все. Это хорошо, это мне нравится. Да. Батяра на базу пешком бежит. Да это так,
Че, можно низ чуть-чуть пополомать, а то они агрессивные. Давайте вообще Рошана жмыхнем. Го Рошана, пацаны. Ну, ТП-хнись на меня. Пацаны, ТП-хайтесь на меня, го Рошана заберем. Нам Аегис прям... Вот, надо сломать. Офигенно зайдет Аегис. Во, найс, вообще, смотрите, как ломаем. Это еще не фулл слоты, у меня всего два слота, ребят. Я Аегис возьму, нормально сейчас еще будет лучше. То есть наша ошибка может спокойно... И все такие Аегисы забирать. Ой, бро. Так, у меня еще Скайди, по идее, есть. Хилочки 26. Ребятка, пофармите пока что, я пойду куплю еще Скайди. И Эзериал еще возьму. Хорошо. Блин, это, вот это уже, блин, прикольно. Так, работает. На всякий случай я спрячу вот тут Кату сейчас. Да, аккуратно там, ребят, если что. Я переживаю вас, за вас, как за, свои, за себя родного. У меня пропали. Травела? Так, я выложил их, сори. Так, у меня... Кто там внизу? Мипарь страдал какой-то. Ух. Смотри, смотри. Агрессивно. Может, жмыхнем их, а не двое? Да, не-не. Давайте это как-то, пацаны. Сейчас соберитесь там. Чё, ХП? ХП все восполните друг другу. Там чё надо? У нас вот пятый мипарь без ХП. Но если что, можем подраться. Давайте суету наведем какую-нибудь. Я пойду кого-нибудь поищу. Есть Аегис, можно реализовать. И у меня почти есть Эзериал еще. Я сейчас Эзериал еще возьму. Во-во-во-во, ТП-6, давайте. Хорош, давай, туши его. Ломайте. Вообще, изи, тут... изи крипочек, души его. Так, пацаны, у нас проблема, ну деремся, мы мужики. Изи, они нас не потянут, мы очень жесткие. Очень жесткие. Да. Вообще без вопросов. О, это что, ест? Вообще решим, сейчас, пацаны, деремся. А где дэмэдж? На тебе еще туда. Хорош, ну это на вставочку, ребят, что я могу сказать? Давайте, пацаны, на базу ты пэхнулся, если что, на базу кто там лоховый. Ладно, я пошел Аегис сливать. Какой Аегис? Ты... Эй, не надо. У них там трон падает с топа. Я пойду еще и Зериал куплю. Ой, жесть. Мне не нравится, что алхимик влетает и, короче, дэмэдж вносит. Мы там сами можем как бы разобраться. Одному убираем. Это жестко, слушай. У них топ падает. Да ломайте. Нет, вот это не надо, ломайте. Давайте дотал. Не-не-не, надо. Тут вообще на самом деле одной катки я чувствую мало такой. Там это паузит, контрит этого. Пятого мипаря или нет? На базе. На базе стоит, нет. Подконтривай, дядь. Хватит там бегать. Ты что там собираешь? Давай, мы сейчас Аегис дропается, мы еще берем Скади еще одно, и все, у нас там мипари по 3000 хп. И когда вместе собираемся, у нас 150 плюсом дэмэджа от венги. 6 там. Почему у тебя шапка есть, а у меня нет? Потому что я элитный, а ты нет. Ясно. Ясно. Осуждаю максимально. Осуждаю максимально. Так, пойдемте кого-нибудь найдем сейчас. Он кто там? На топе что-то, Свенеки. Да вообще никого на самом деле не боюсь. Че, идем на топ? Я ТП-6, пацаны. Там запуфаетесь, да? Давай. Конечно. Ух ты. Братва поддержит. Пацаны, мы здесь, мы на суете. Так, отходим что-то. И все в разные стороны ходят. Неужели это они не поймут, да? Реально, прикинь, это какой контроль. Ой, го на мид. ТП есть травел у кого? ТП-хнемся. Go. ТП-хнитесь. Есть, пошло. Нифига там массовый телепорт пошел. Вопросы, сетки, пацаны, кидай там все, уничтожаем. Нифига, мипари, смотри, как жестко бегают. Уай, бро, это круто. Можно, мне кажется, вообще можно так забычиться там. Давайте забычимся, я через низ зайду. Поехали. О, у меня тут омник, пацаны. ТП есть? Юзайте. Давайте. Хорош. Вообще знаешь, вопросы. О, еще погнали, да. Пацаны. Еса, всех, пацаны, о! Короче, массовый файт пошел. Давай. Не подходите сильно в сетке, держите. Ой, Свена поможете убить? Вот, это надо вот этого засейвлю. Лоу хпового мипаря. Спасибо. Хорош. Спасибо. Пацаны, на базу кто-то слетайте там, если лоу хп. Давайте. Я тоже на базу слетаю. Ой, кто-то там не успел тпхнуться. Хилил. Ой, хорош. Ой, засейвит, сейвит. Там пухни, дядь. Гоу. Братишка, я за этого мипаря. Ай, хорош. Мипарь, и кто там? Мипарь, кто там? Еще кто-то там зонит. Пацаны, давайте зоним.
Ловить. Я помогу еще. Драться. Да ты шо, аппарат что там делает? Дядь, сейчас на рампагу пойдем. Пиши на рампагу, давай, дядь. Давай. Вообще все равно, на рампагу, пацаны, на мужика. Хорош. У меня какие-то лаги, подождите. О, отлагало. Слушай, это очень мощно. Все, найс, уходим на базу, пацаны. Что если его подхилил, он тычку выжил? Я в шоке вообще, что происходит. А за ней, короче, что? О, жесть. Это жестко, ребят. Так, можно еще? Еще и Зерил пойду куплю. Там у них есть кому дефить? 20 секунд еще некому дефить там будет. Ой, жесть. Ну, трон так держится еще, ребят, держится. Успеет он и дефнуть, да? Как думаете? Там мипари ломает, каждый что хочет, чем занимается. Ну, я не пушил, не знаю, это какой-то мип, а там пушил я на базе. Стоял. Да, они дефнут. Найс, пусть трон дефает. Хорошо. Так, как будто бы и не дефнут, у них нет желания, они все, сдались. Да, они дефнут здесь. Дефнут, нормально, пусть дефает. Крипов добивайте, вы чё тупите? Пацаны, не надо там, а то сейчас придется тпхнуться и уничтожить их. Блин, ну там мипарь какой-то встрял, я дерусь, тпшусь. Смотри, как душим этого Свена, ой, бро. Нас все жахнут. Да не жахнут. Да ты посмотри, что с этими мипарь, как, какие они мощные. Трон, всё, гг. Жесть. Слушайте, как катка, понравилась вам? Вроде неплохая. Мне очень не понравилось. Но не хватило, я бы сказал. Давайте еще одну сыграем, если не против. Напишите. Да-да, нет-нет, если что, тогда. Но это было круто. Это реально очень круто. Так, паузе да надо уйти. Куда он пошел? Так, ну, ребят, в принципе, у нас получилась такая прикольная каточка. Я думаю, ну, можно будет сделать еще вторую часть. Если хотите, можем сделать вторую часть. Либо, смотрите, 15-20 минут. Давайте еще одну каточку просто в этом видосе сделаем. И все. За эту катку, ребятки, лайк. Поехали, next one. Ну что, ребята, вторая каточка у нас уже началась. Мы готовы улучшать наши результаты. И сейчас будем смотреть, как у нас вообще в целом катка получится или нет. Но надеюсь, эта катка будет еще жестче, еще интереснее, чем прошлая. Но, опять-таки... Смотря какие оппоненты. В прошлой катке оппоненты были лютые, они собирались толпой и старались нас задавить просто, ничего стараясь не давать нам вообще ни фарма, ничего абсолютно. Но и в этот раз посмотрим, какие будут оппоненты и посмотрим, как у нас пойдет в целом игра. Ребята уже заряжены, ребята все готовы и, в принципе, я думаю, пацаны, плюсик в чат, если готовы разносить, сделать контента. Хорош, плюсы есть, ребята здесь на зоде. Спасибо пацанам отдельно за то, что поддерживают, рили стараются помогать, и это круто. Хорошо, вижу, ребята на позитиве. Так, у нас там 7-й слот АФКшный, да? Ну, надеюсь, он сейчас пикнет, и мы погнали. Хорошо, Гаргона Медузовича берут. Отлично, как раз там очень много магии. Очень много магии, там Гаргона в Стонгейс возьмет, и, короче, магию все нажмут. Горгон. Горгон. Один штук. Мы рофлили это, когда учились играть раньше. Горгон. Один штук. Горгон. Так, что, будем опять тут забирать руну профессионально или нет? Ну, их тут двое. А я сейчас... тройку качал. Мы сейчас задушим их нафиг. Я жесткий. Ух, как, смотри, какой-то могу. Какой-то слишком жесткий. Да-да-да. Ух ты, ну ФБшечку уже делает. У него еще лазер может быть. Не, я отойду. Что они... Два рейнджевика, ну, зонят прям по-страшному. Пусть, ничего страшного, руну в этот раз не забрали, но зато инвокер на лайн идет, инвокера в ноль опустим. На третьем левеле по КД будем убивать. Так. Че, в этот раз как попробуем? Пусть алхимик также, наверное, и фармит, как в прошлый раз. Пусть от мида отталкивается. Если мид изичный, возьми прям сразу армлет, с армлетом намного быстрее фармишь. Я сделаю мидас, потом агоним, как успеешь. И, в принципе, будем по чуть... Чену 6 левел, и Чен становится АФК. Все. Вот мы вот так вот решили. Потом уже Венга пока соберет Володьку туда-сюда, и уже будем по чуть поддушивать. Ну, надеюсь, получится фаново. Как обычно. Ребятки, не забывайте подписаться и поставить лайк, потому что уникальные видосы. Такие видосы, по-моему, еще никто не делал.
Это забавно, рели. Посмотрим, насколько это будет круто или не круто. А, корол! Все, понял. Не, ну, под музыку. Корол... Если под музыку, тогда да. Одобряю. По-другому никак. Комментарии неинтересны. Эй. Там не дадут тебе паузу, дядь. Нет паузы. Го, все говорит. Тебе паузы не дадут. Это же пабчик, дядь. Это же она, не корол. Ой-ой-ой, ты так... Смотри, меня потом закидают какашками, что я... Зачем, Плёха, говоришь? Не, а за король жесткий игрок. Не, играет, безусловно, хорошо, но мы сейчас пишем видос на моем канале, если что. Так, подписывайтесь на канал. Ладно, не буду. Смотри, санстрайк не поймай. Я его прочитаю. Хорошо. Два рейнджевика, конечно, тяжеловато пока подфармливать, но на шестом... Ой, на шестом, на третьем левеле накажем инвокера. А то что-то он много себе хочет позволить в этой катке. Чувствуется, что он хочет себе позволять очень многое в этой игре. Так, ты пошел отводить, да? О, смотри. Смотри, что делает. МХ, да, походу? Да нет МХ. Я просто сказал. В принципе, мы можем убить. Давай на третьем, чуть осталось. Два крипа, третий левел будет. Два крипа, я третий левел. Я пушану там. Там эту штучку. Хорош. У меня, правда, хп немного. Я сейчас закажу курицу с килочками. Он в меня прям кинул. Инвока побью. Оп. Я снял. Хорош. Я только снял. Красавчики. Да. Как будто я нами... как будто вы мне на мипаре сейчас помогали контролить. Я прям почувствовал это. Ну, ты нам не дал контроль. Ну, то есть смысл. Духом, да? Духом, да. Чисто мотивацию подняли и пошло дело. Красавчики. Так, вот этого отведи мипаря. Да, давай. А хотя... Че, хочешь убить? Давай попробуем. Да, давай. Маны нет. Кружочек взял. Только не умри. О, да не, я не умру то. Попробуем задушить. Не сможем. Блин. Да, ладно. Отведи. Я на базу отправлю его. Пусть идет. А, не ты надо, хил, не хил, ну, все, хорошо. Да. Пойдет. У меня еще один есть. Отлично. Да он в меня прям кидает, понял, змею эту. Чтобы именно насолить, расходники сбивать именно. Не фармить, а расходник сбить. Так, ну Мидас тут чуть-чуть позже будет, но ничего страшного. Главное, фарм идет все. Может, катафы у тебя подрезать? Не-не-не. Не-не-не, не надо, пусть. Это экспа плюс... Там рунка сейчас будет. Да. Я второго мипаря на базу отведу. Давай. Там на миду, что ли, так, потный кто-то? Так, я эту катку, если что, без стаков играю, чисто на доминацию лайна. Мы сейчас можем убить даже второй раз. У меня нету... Подожди, сейчас добью. Хорошо. Подхилишь? У меня там мипарь до сих пор до базы никак не доползет. Блин, жесть. Но у меня маны не было, чтобы его отправить. Ой, спектру там задушили. Да, там жестко. Сейчас у меня мипарь регенится, дядь. Ты там сам разминаешь? Да я по душу, да. Пора, у меня же вот это баньша. Угу. Так, хорошо. Кто там? Можем выйти. Выйдешь? Да, ухожу. Только не с игры. Ух, нифига себе, там инвокер захилился. Там че, 40 стиков было? А, походу. Там 16 стиков, 6. Маги наюзали. ТП мид ботл заполни там ему. Да ты посмотри, да. Меня тут душат, дядь. Санстрайки, мощь. Печально. Прям меня очень сильно душат внизу. Ой, санстрайк задоджил. Блин, жесть. Там что, потные, что ли? Что происходит? Тинкер подноватый. Да сам по себе герой Тинкер неприятный максимально.
Так, ТП 6, хорошо. Есть Мидас. Поздновато, правда, но. Пойду сейчас закину сразу. 500 хп снимает. Да, есть такое. Я вообще терпеть не могу с него стоять. Такой отвратный герой, просто жесть. Смотри. Ты не можешь, да, пуфать? Точно. Не, ну по всей карте не могу пуфаться, конечно. Я уже себя за мипаря воспринял. А уже башня поплыла, да? Да. Бывает, блядь. Смотри, как хотят меня. Там иллюзии еще ходили. Кура летит. Да. У инвокера хп нет нифига, но есть саповок. Я могу попробовать инвокера в спину зайти. Хорошо, он минус смело, потому что хп не хватит ему. Хорошо. Так, я братишку сверху отправляю, сам вот тут подопру ее. Хорошо, да, мы подопрем сейчас вот тут. Здорово. Хорошо. Так, оставляю. Да, найс, отлично. Опа. Кто страйк сейчас даст? Хорошо. Так, ну первое, что я соберу, это как обычно travel. Дальше в скаде выйду, стандарт. Аганимчик там уже будет, в принципе, плюс-минус. И все будет огонь. По стандартику катаем. Пока что все идет как надо, ребятки, по плану. Все идет по плану. И все идет по плану. Вот это, конечно, не по плану. Но я видел, что там инвокер. Ой, что это? Я, если честно, я видел, что кто-то там есть, но я не подумал, инвокер это или кто. Ладно, вот это не по плану. Так, ТП-шку возьму и возьму этот. Дастики, вокера. Соло надо. Нафига там Гаргона пришла. У Найкса хороший фарм, Мидас уже там. ПТ-шечка. Нормально. На топе что-то какая-то веселуха вечно происходит. Так, на низ. Блин, хорошо. Я не додумался. Додумался монетку сломать. Зачем ее ломать? Нет, на топе. Тинкеру, не алхимику. Закрысил, да? Опять там, да что там на топе происходит? Что вообще происходит? Я осуждаю. Че, есть плюсик на топе? А, я понял. Вообще жесть. Че происходит? Так, а как эншолкера убивать? Есть какие-нибудь? Понимание. На лакарьке сразу кидает. Да, там агрессивный чел на вокере. Что-то может нажимать. Какой-то алакарти жмет. А я умер. Я не смогу его перебить. Слишком такой он. То алакарти, то прокаст нет. Даже не получится тут перебивать его. Ладно, просто фармим тогда. Просто фармим. И все. Так, ну короче, катка еще одна потная будет, да, пацаны, походу? Сейчас я, слышишь? Сейчас я выйду на лайн, это... А, там еще кто-то ТП к нему дает. Не, все. Ну типа, я соло инвокера никак не убиваю. И в целом, я думаю, никак не убиваю. Тинкер Тревел еще хуже. Ладно. Ну, я тогда буду стоять пассивно и что-то не знаю, что делать. Буду просто стоять пассивно. Фарма нету просто особо. Просто я на чене не могу прям что-то прям сделать. Но я могу. Да вот пофиг, так. Пофиг. Воевами. Эй, ну куда ты его? Наоборот, стяни сюда лайн, чтобы я под тэшкой стоял. Все нормально будет. Спека пришла. Ну, спектра пришла. А тобе, походу, не фармится. Да нет, там норм. Не еще убью сейчас. Да не, я про спектру. Про вокера санстрайк не забывайте, пацаны, сейчас. Так, там у нас ребята гангаете идут. Ой, как они сладенько вдвоем стоят. Гейс нажала. Гейс успел нажать. Но я откину сеточки. Сеточку еще... Нет, не попал, блин. Ну, сорян. Еще сейчас сетка будет, но далековато. Попал. Еще попаду. Хорошо. Санстрайк не забудьте, ребят. Так, я танчу. А, ты с этим.
Ой, тинкеросчик пришел. Мне походу ГГ. Так, пацан. Пропусти, пропусти, сейчас он прыгает. Так я же из-за этого и встаю в тебя. Так, можешь отправить основного? Пойдем. Вот этого можешь отправить? Не, вот это. Верхний, верхний, верхний. Верхнего на базу, дядь. Отправь его. На. Хорош. Этот с маной, тот без маны. Хорошо. Так, все, я апнул ульт, я ухожу на базу. Да, только я вообще без траволов даже, дядь. Че, думаешь поконтролить? Или... мне кажется, смысла еще нет пока что вообще. Да, не надо пока. Да, пока... да рановато, давай, фармим. Если что, там, что-то подфармишь, наверное, хилочки там. 11 даже, наверное, апнуть того же. Да, есть сейчас возможность апаться, если что. Рановато. Я пойду медасить большого крипа. Хорошо, у меня почти этот есть. Как его? Travel. К 11. Лайн тяжеленький. Инвокер там, смотрите, он 3 кнопки нажимать умеет, ребят. Если что. 3 кнопки нажимать умеет. Гейзы там. Нифига себе, они опять активные, да, пацаны, походу, там? Тинкер в спине там. Блин, мне бы тоже на топ прийти. Я, в принципе, с хэндводом. Я бегу, тоже помогу, ребят, постараюсь. Деритесь, деритесь. Деритесь, я тоже подойду. Ману дал. Файт. Гаргони ГГ будет. Хорош. Тинкера, эх, не поймал, он в меню. Так, окей. Пошли меня. Давай, родной, на базу. Уигабор. Единственная проблема, мне кажется, тинкера будет ловить, да? Да, я из-за этого вот сейчас подумал, может, ты даггер купишь? Ну, как бы. Ну, одно, с одной стороны, хорошо даггер, а с другой стороны, ну, типа, блин, один слот забивать. Может, просто будем как-то... Не, ну, доминируем-то доминируем. Нужно как-то, знаешь... Да, вот пусть алчик поймает, а мы там, ну, разнесем. Не проблема. Все это не проблема, дядь. Все это наживное. Ух ты. Не успею, да? Так, ну я с хэндбодом все еще. Если что, хорошо. Кандибобер. А мипа стаки фармит? Этот, ну я лиса, нет, эншентов я не фармил. Я так, лисочки нет, ковыряю тут. Будешь фармить, если на стак? Ну я могу пофармить, но не факт, что качественно. Да ты, да ты-то понятно, что будешь. Блин. Так, есть. Хорошо. Так, у меня внизу 3 героя вроде, да? Некор тут. Есть плюсик на низ? Я боюсь соло нападать. Я как-то стремноват, на самом деле. Хорошо, сеточка закинута. Не попал, найс. Смою, все, найс, нормально. Под венгой жизнь дамага. Нормально. Так, ну все, я встаю. Я все равно... Че, хочешь играть? Давай, все, я поехали. Я на мипа побегу. Так, смотри, F1, F... вот этот F2-шный, вот, середина, это твой. Вот, отвел я его вот, отдельно. Вот этот? Вот этот? Вот тот отдельный я его отвел. А, понял. Так, еще мипар есть, да? Хорошо, есть, отлично. Хорошо. Так, сейчас я бинт уберу. Отлично. Поехали. Поехали. Так, ну, герой куда идет? Я с арбы начну. Арбу сначала куплю. Сейчас чуть-чуть осталось до арбы, чтобы уплотниться немножко. И нормально, так, у меня чуть-чуть осталось. Так, я алхимика не буду забирать. Хорошо, отлично. Сейчас амидасну и на базу полечу. На меду зафармлю. Я понюхал у химика, тут не означает. Ой, мне ГГ по жизни. Эй, жесть, что я сделал. Ты в такие моменты говори, пожалуйста, я только увидел, уже на героя переключил, но не успел. У меня же этот есть. Давайте я вот так сделаю. Так как в жопе опять темно. Жесть.
Жалко. Так, там у Найкса почти этот Радик есть, да? Хорошо. Возьми, блин, кто повардить может с сапогом, у кого возможность есть? Ну вообще, я типа, я бы не поднимался на ХГ, если бы видел. Я как обычно иду, знаешь, на последнее зафармливать и, короче, и сдохну. Блин, кура не наша. Не моя, ладно, я щ... Короче, минус 1000 золота я просадил, сори, пацан. Чё страшного. Да вон, вот эта 1000, вот она. Да ну, все равно, ты чё, я так мог. Я не Мидас не кинул, у меня Мидас. Блять, не кдшится. Так, я туда ТП сделаю. Спасибо за подписочку, ребятки, не забывайте подписываться. Так, Мидас, ну. Сейчас крипов возьму своих, там, этих клонов. Хорошо. Чё там, внизу уже, да, есть один мипарь, уже работает, да? Хорошо. Пока что слабенькие мипки. Надо апать. Тимкиросчик тут. О, давай на низ, Аркаш. Пэш. Могу. ТП-6. Тут выезжаем. Хорош. Что за стоп? Тимкер идет, дядь. Отхилил. Он ничего не сделает, он слабый. Вот поймать, ну, вот наверх, да. Поймать бы сеткой, но он все равно отблинкуется. Но без даггера я буду играть в любом случае. Ладно, я лес пофармлю, пока есть время. Ну нормально, забрали что-то, уже хорошо. Вообще да. Кто-то постоянно оставляет одного, по одному маленькому крипу. Никто у нас не медасит там? Я в кемпы захожу, у нас по одному крипику. А, вот кто. Крипа сожрал? Блин, потрать время, да, добей. Жесть, ты чё? Я все понял, а то, блин, это так выглядит, один крипчик стоит, бедолашка там, страдает. Он на диете просто, маленьких не ест. Да, я понял, все, вопросы нет. Ну, скади сделаем, ребят, чуть поплотнее, мипарь будет уже получше будет. Сейчас медасик откатится. Осуждаю. Осуждаю максимально. Максимальное осуждение. Давай, может, на топе нападем? Ну, у меня нету хп, я не готов. Он с БМом? Да пофиг на его БМ. Я сейчас, мне медаснуть надо крипчика в лесу, я тут фулфарм просто. А. Хорошо, блин, медас, как же ж. Как же ж он медас, короче, тупо два раза экспу дает, дядь. А чё они ФФ пишут? Жесть слабые, да? Уже все, ФФ пишут. Не знаю. Так, хорошо, я к тебе могу ТП дать. Я фармлю пока, пылесошу тут. Полисорб. О, здорово. О! Попылесосим немного. Улетела куда-то, ребят. На низ. Вон она. А, ну полетела другим фидить, окей. Ну конечно. Давай я могу. А, тинкер в меду, блин. Тинкер, да, жесть. Попробуем. О, поймали. Сетки кидаю. Достаю. О, наш пансионерович. Алам алейкум. Пансионер! Кто такой пансионер? Типа пенсионер, что ли? Ой-ой-ой, рано радоваться начал. Сак-сак-са, рак. Ох уж этот фрезер. Так, смотри. Что я делаю, получается? Что я делаю? Я сам не знаю, что я делаю, дядь. Некор там лесочки фармит. Хорошо. Пансионер какой-то. Там внизу инвокер, надо бы ему должок вернуть. Да, давай. Давай, я готов, если что. Нет, это я готов. У меня траволов нет. Хорошо, ТП-6. Смотри, какой сильный, о-о-о, типа. Сильный, сильный. Вопросик ну, поставить нет. Надо обязательно. Вопросик, вопросик. Блин. Возвращаем, возвращаем ему. Вот он вопросик ставил, да. Когда я соло там атаковал его. Конечно, я слабенький. Я не умею на мипе играть. На инвокере две кнопки-то нажать несложно вроде. Хорошо. Агоним Найксу, я не знаю, дядь. Если ауры готовы, мы можем работать. Один скади есть. По чуть, уже чуть-чуть осталось. Там Венга сделала вроде Володьку, тройку замаксила. Можно уже, в принципе, по чуть начинать. У меня есть скади. Еще бы Эзериал быстренько сейчас колотнуть. Ох, кайф был бы. Кайф был бы. Так, вот этого так, может на базу. Только... На базу основного отправлю. Аккуратно стоит. Гаргона?
Фига ты там душишь. Да, она очень аккуратно. Здорово. Ну, я на карте увидел. Могу тебя кучу. Давай я пойду. Я не буду с ним драться, дядь. Я на базу улетаю, на базу улетай. Хорош. Все, найс. Четенько. Давай, мужики. Все, можно опять на топе напасть, у них кнопок нет, кстати. Только их там трое. Погнали, я этим ТП дам. ТП-60. Давай. Оп, хорошо. Вот это, смотри. Иди на разведку, да, иди на разведку. О-о-о. Сейчас там гейзнет. Ничего страшного, нормально. Поймал. Ты что делал? Ты контроль перехватил. А, подожди. Ой, все, сорян. Все, норм. Нормально. Я на базу слетаю. Вот, по-моему. Да, я, короче, всех выделил, понял, я про это в драке забыл. Всех выделил, начал контроль. О, ты иногда мне там статы вкачивай, а то я тут чисто с такой с этим. Да, я делаю. Хорошо. Так, оп, Мидас есть, Ну, хэндгод КД. Поехали. Давай. Поди его на бок. Нормально. Все, готовы, да? Че, я тогда распределяю, ребятки? Только подождите, я выделю сейчас второй, третий мипа, я его расставлю вам, чтобы не теряться. Хорошо? Так, расставляю. Выделяю всем контроль. А, стоп. Так, это мой первый. F2-шный вот этот, это обдушка. Третий вот этот, это Гарик. А там четвертый, пятый уже вот эти боковые. Четвертый, пятый, вот. Все, распределитесь. Все, я вот этот, первого и пятого я контролю. Ребят, все остальные ваши. Поехали. Кто там, Тинкер? Тебе не осталось, всех разобрали, да? Всех забрали, да, дядь? Как пирожки. Где мой? Мой рядом с этим, где вот галочка, дядь. Блин, жесть. О, я поймал, по-моему. Да не. Там опасно, тинкеры эти. Нас тут хлопнут сейчас, давайте уйдем. Так, ты будешь в паузе играть? Тебе дать поиграть? Вот, рядом... Ну, если... Короче, фармить, слышишь? Мне надо из Эриал хотя бы еще скади сделать. ХП мало. ХП маловато еще. ХП маловато еще. Надо еще пофармить. Надо просто, чтобы каждый мипарь, если нету файтов, фармил все. Фармил, да, нормально. Да, быстро фарманем. Свою часть карты там. Наверх, ребята, наверх, атака. Хорош. Situation. Вообще жестко. Второго мипа. Можно на базу. Эй, фармите, да, это мой фарм. Мой, это наш общий фарм. Хорошо. Да, родной. Ой, спектра, атака. Атакуэйшн. Успел сетку кинуть. Хорошо. Атакую. Найс. Хорош, жизнь. Вот мы сила. О, еще цари. Вот этого давай сюда. О, и Тинкера туда же. Ой, бро, не успел чуть. Нормально, пойдет. Тинкер умрет тоже. Не, я хилнул. Не хватило. Просто. Чуть-чуть не хватило. Тима Раков. Есть Эзериал, ребят. Хорошие новости. Хорош. Молодцы. Пойдет. Центрик. О. Хорош. Красиво. Блин, тоже прикольно, ребят. Попробуйте с друзьями. Соберитесь пятером по рофлу. Так сыграете. Это реально прикольно. Где-то раз один мипа кого-то нашел, туда все прилетают. Это реально настолько круто. Я даже не думал, что это так прикольно. Пойдем, Рошана, слышите? Как говорится, нашу ошибку нужно иногда перекрывать Аегисом. Пойдет? Давайте сходим. Давайте, да. Почему нет? Ой, Спектра, она поможи, прилетела. Некру помогать. Ой, чуть-чуть не хватает и отправляет таверну. Смотри, кикают там кого-то. Ой, слабый. Жесть. На Рошане там что, завардите немножко? Мы сейчас подойдем, я подойду. Кого они кикнуть хотят? Спектру, наверное, жесть, конечно. Ну, раки только так делают. Только раки так делают. На самом деле, инвокер еще много крови попьет с тинкером. Дизейбл будет 6-секундный. Ау. Че думаешь, вот он сейчас мне аганим даст. Может, дадим каждому просто по эншу одному? Ну как? Это невозможно почти. Просто? Так, ребят, если что, я резнулся, можете контролить. Давай.
Пойдемте, кроши. Смока. Я смока возьму. Сейчас на базу основным прилечу. Давай, я жду пока. Так, смока взял. Хорошо, тпшись. Вот сюда тпшись. Если что, ребят, все вместе сюда тпхнитесь. Я смока нажму, в рошу зайдем. Я пришел, поехали. Есть, хорошо, я пошел. О, ДДшечка, ну, найс. Там уже Шива. Там Шива на найс. Шива, найс. Возьму. Хорошо, зал. Да можешь залазить, дядь. Можешь залазить. Справимся быстренько. Во, найс, пошло. Че, кто вот это контролит? Или никто не контролит? Это, по-моему, химика. Хорошо. Я его контрю или что? Так, я на топ пойду. Форману. Давайте, а я пойду и приключения искать. Не трогай, это мой. Мне бы еще скади еще одно сделать. Так, чё мужики, там? Тут на этот, мы хотим. Спеку, да можно. ТП-6 туда. Гоу. Давай. Это что, это спектра была, что ли? Спектру видели? Я не видел. На низу есть у вас у кого ТП? Сделайте внизу зафармить там. Я пошел фарм. Бери. Бери, он же у меня выделен. Вот этот твой. Вот этот твой, паузит. Вот этот вот, который справа. Справа. Я им контролил, потому что я думал, будешь ты, не будешь. Все, рассредоточились. Хорошо. Меня атакуешен делает. Но я жив. Если надо, кричите, пацаны, где, кликайте, сразу прилетаем, нормально. И душим. Все, ну, на пошло низу дело. 5 героев. Так, хотим я... О, нифига себе, у меня экспа золото вообще льется тут просто горой. Сейчас я этот куплю. Да. Лук, наверное, купить, да? Сколько хп у нас? 2400? Давайте лучше купим скади, наверное, на хпшку. Куда увереннее будет. Шесть. Нифига, у меня вся карта фармится. Это круто. Что за хрень происходит? Мне нравится, да. Как ты говоришь, 2400 у нас. У нас хп 2400. У нас, да, 2400, дядь. Нормально же. Смотрите, жесть. Они... Блин, у меня экспа смотри, вообще льется. Прикиньте, если такой игрок, типа на мипаре, как его остановить, как его законтрить? Все, 25 левел это просто. Это китаец какой-нибудь. Это какой-нибудь китаец будет. Жесть. Вон внизу тинкер. Ну, блин, вряд ли поймаем, конечно. А хотя... Можно попробовать. Давайте. Проверочка. Вон он, да, убегает. Он с аганимом. Изэриал дал ему, дал. Все, ему ГГ, ребят. Туши. Давайте тэшку. Пацаны, сломаем. Забэкдорим. Да, изи бэкдор может. Хорош. Че, на базу лоу хэпово, может, сводим? Опа. Гаргона, да, цепляем, пробуем? О, поймали. Ловить курочку. Хорошо. Я сейчас пуфнусь поближе. Оп, хорошо. Вот это поймаем. Эх, не успел. Так, все, давайте, Азани корол, я ушел. Так, Зевзаси может корол? Что ты тут спектра хочешь? Что спектра хотел? Я вернулся. Т2 сломаем? Ромочка, давайте. Хорошо. Все, я на базу полетел. У меня мидас уже откатился. У меня скади еще одна есть, ребят, это хорошая новость. Больше хп будет. Так, все. О, как хорошо, что на топе уже эти стоят. Мипарчики, можно уже это. Кайф. Еще надо Эзериал. Два Эзериала еще сделаю, наверное, да? Хватит нам 300 хп. Вполне, в принципе. Я не знаю. 3300 хп. Хватит, я думаю. Но если что, пересоберемся. Эзериал один в любом случае нужен. Два Эзериала. Скади можно еще сделать. Там некр. Ну, а что предлагаете? Что предлагаете еще? Если есть предложение, предлагайте какой артефакт. Можно хекс на ЗЦ попробовать. Но много интеллекта, я думаю, нам не нужно. У нас и так много, у нас 2000 маны. Даггера думаешь? Ну я могу даггер сделать, но опять-таки один мипарь с даггером. Поехали на низ, поехали, я ТП сейчас. Эх, давай, цепляй этого. Ух ты, засада, пацаны, это за... у нас Аегис есть, не ссать! Мы команда, мы мощь! До конца. До конца, мужчины. Так. Ох, как нас. Лайфстилера в контроль. Так, пацаны, играю. Хорош. Спектра уходит. Ловить, поймал. Ловить, убили, все, найс. Хорошо. Нифига нас задушили, да?
Может, хп побольше таки? О, смотри, Тинкер. Убегает сразу. Блин, цеплять бы его как-то. Давайте, может, блин, Dagger Hex попробуем. Надо, пацаны. Мне кажется, надо. Как думаете? Dagger Hex. Да. Я буду стараться очень цеплять хорошо его дополнительно. Давайте, давайте сделаем. Да-да-да, Dagger Hex давайте сделаем. Я думаю, это будет хорошая тема. Сейчас Мидас еще раскину и... наверное, продам его. Сначала Dagger возьму, наверное. Dagger? А, Руж паузит. Dagger? Там паузит, потеет. На моем герое это... Пусть потеет, зато контент какой. Так, весь лес выфармлен. Я пойду наш лес фармить. Так, я немного понаглел. Да, там сильно не наглеет, а Уокер законтрит под некром там. Да я ушел. Страшно. У меня до хикса 2000, ребят. До хикса 2000. Голем, кстати, если рядом с нашими парями будет, огромное количество хп будет. Тоже в процентах хпшки, это очень бодро. Ну, Тинкера бы разочек поймать и паузу нажать. Ой. Ой, осуждаю. Сейчас поймаем, не ссыте. Дайте хекс. На низу... Ой, на... вот тут, тут... Да не, опасно, строй. Опасно. Слишком близко к ХГ. Они очень быстро скооперируются. Очень близко. Сейчас, мне чуть-чуть до хекса, ребятки. 1500, все, это немного. Подфармите чуть-чуть, золото давайте. А зачем ты хендгод такой жмешь? Это на крипов? А, понял. Монетку забери. Паузит. Хорошо. Ломай ее, ломай. Не-не-не, пусть заберет, ему важнее. Золота нет нафига. Ребятки, меньше 1000 остается до хекса. А че мы так медленно фармим? Расслабились что ли? Давай, давай. Давай, давай, давай. Зор, зор, как там говорится. Вот. Там кого-то чуть не убили, это чей? А пятый это паузит. Мой пацан. Так, все, есть. Есть хекс, ребят. Есть хекс. В принципе, если где-то Тинкер светится, я могу сделать телепорт. Вот, типа, даже вот он внизу стоит, да, и все. Давайте вот так сделаем. Так. Блин, кура летит. На мид тпхнусь. Кура летит, что я перегазовал. С курьером. Сейчас, сейчас, на низ тпхнусь, пухнусь. Ну, голем 400 хп дает. В миду, что за суета? Нету, нету, я далеко. Основного мипа нету. Пуфаюсь, пуфаюсь. Пуфаюсь, ребят, живем. Тинкера могу поймать. Не могу поймать. Ой-ой-ой. Инвокер дал. Поймал. Все, он наш. Я пришел, ломаем его. Хорошо. Хорошо. Инвокер, инвокер, ребят. Пуфа я есть? Закинул. Я поймал, я поймал. Пуфайтесь. Кого? Инвокера? Он уже убежал 300 раз. Да-да-да. Ай. Монетка. Нормально, нормально. Задушили. Подожди, я его сейчас вынюхаю. Да, надо, слышишь? Ну-ка, ну-ка. Лайфстиллер пусть гем возьмет. Это видно аж будет. О, кстати. Трусайды будут. Зашел. Вообще неубиваемый вообще будет герой. Есть у нас мипарь жесткий, да, пацаны? Кто там на топ ТП дает? Я пуфнусь, можно? Я тоже хотел пофармить. Дай фарм, ладно, мой фарм, пошел. Дай, да. Мой, мой фарм, мой. Мой, мой, мой. Наш общий май, получается. Май. Так, где там? Гем взяли? Ребятки, давайте гем. Вот, хорошо. Все, есть гем. Садись, дядь. Вот этот с шапкой модный, дядь. Это он. Так, ну в принципе, я могу на топе Тинкера подождать. Он подпушит. По-любому прыгнет, можно будет задушить. Вот смотри, сюда ТП-шится. Прыгнет. ТП-шится. Ооо, на низ. Ему ГГ, ГГ. Все, не успеет, я дотянусь уже. Лови его. Давайте побалуемся. Блин, давайте, давайте реально в следующий раз не убивать. Надо побаловаться. Давайте вниз, ТП вниз даю. Вниз ТП даю, есть Dagger. Блин, канусь сразу. Гоу-гоу. Не попал сеткой, лох. Но он не уйдет уже. Можно побаловаться, побегать. А, у него, блин, этот. А, нормально, пойдет. А зачем он риперу? Риперу зачем дает? На базу слетайте, захильтесь, пацаны. Ульта, хэндгод, вообще 3 сек кд, можно не жалеть с аганимом.
Мид не трогайте, да, оставим, дядь. Так, есть у меня еще кнопка. Можно занаглеть, я на ХГ занаглею, ребят, поддержите. Занаглею, поддержите, если что, Гаргону там какой-нибудь. О, Вокер, Вокера поймал. Хорошо. Есть. Душимся. До Талова. Вообще, в БМ вообще пофиг. Хорошо. На базу слетаю. Если что, кто лоу хэповый, прилетайте. Хорошо. Есть. Блин, это жестко. Не пушьте низ. Не пушьте. В глаза мне смотри. В глаза мне смотри. Гаргона, когда ультует, да? Так, я зарегенился. Хорошо. Там четвертый мипарь. Четвертый мипарь лоу хэповый. Фарм уводит. 8 тысяч золота. У нас есть что, ауры какие-то купить еще? Шива есть. А, есть ради, Кирасу можно. Пайпа нет. Пайп? Ну, пайп на реген только. Давайте, может, грифсы в лоу хп, чтобы, если что, повышался у нас армор и регенерация. Ну, вообще звучит неплохо. Звучит, это лайфстилеру надо. Я ему золото сейчас дропну, дядь. Кираса нет, давай Кирасу, дядь. Я покупаю хилки, у меня 3000 оставлю на байбай. Все, хилки на базе, дядь. Оставляю, сейчас ТП на базу делаю. Хорошо, вылази, покупай Кирасу. Так, Мидас в жопу, наверное, дядь. Хотя можно Венге, ну, Венге можно, у Венге 2000, пусть сделает этот. А, ну все, на пайп сделала. Можно было бы, знаете, что сделать этот? Венге, как его? Грифт, в лоу хп остаемся, раз, пошел реген. То есть, кто лоу хп будет, его не пробить и ничего с ним не сделать. Хорошо. Я тут пока мипаря взял чего-то на топе стоял. По биндам, по этого и типа там. Чай мипа. Внизу тоже стоит аккуратно. На топе есть суета, пацаны. Плюсик есть? Давай. Есть, я бью его. Ломай его. Ломай полностью, хорош. Пойдет. Есть. Так, что там, Кираса есть, да? Грифс. Надо бы, да? Это на нас? Это на нас нападение. Что за нападение? Внизу на этого напал. Голды дайте, у меня 4000 всего, дядь. Немного. Вот сюда. ТП-шись. Закрою его. Хорош. Ломайте. Хорош. Блин, не уйти от этого мипаря просто, когда 10 человек играет на нем. Я его сейчас за бади блочил. Боди блочил, что это? Боди позитив какой-то, дядь. Какой за... боди позитив? Боди... Боди... Что? Жесть. Нифига у меня тут... Я на базу прилетел, у нас тут миллион аур. Так, хилки даю. Дядь. Ема. Смотри, как он светится разными цветами. Ща, подожди, дядь. Вот, выдал хилки. Че там? Этот грифс делаешь, да, дядь? О, грифс есть, найс. У меня значение 4К. Все, бери это. А Венгу что не взял? Куда ты полез? Венгу куда, дядь? Бери еще там что, хилки, не хилки, ребятки. Мипаря на базу там кто, мипа остался один, опасно. Вон 38 хилок, кому там надо, возьмите химию. Давай, я возьму, да? Мне нужно, очень нужно. У меня 5000 золота не хватает. Да, очень нужно, да. Ну мало ли еще муршант купить надо. Муршант. А у тебя нету еще? Нет, что, зачем он? Так, ждем лайфстилера. Лайфстилера ждем. В принципе, у меня 3900 хп хватит. Хорошо. Оп. На топе, что там, суета, здорово. Там что, лайфстилер когда откатится? Еще половина, да? Да, Рошана можно, но... Что, возьмем? Блин, вместо даггера опять-таки. Аегу. Вместо даггера Аегу, да? Можно взять. Подождем лайфстилера пусть. О, спектра, нападение. Нападение, спектра. Доп. Хорош. Надо синкера хоть раз убить, чисто радиком. Найкс. Да нам нужно, чтобы Найкс был в нас, чтобы в нем радик был. О, пойдем, okay. Ребята. Я на базу ТП сделаю, там что, ХПшки пополните? Опа, нападение. На базу ТП дайте, ХП пополним и идем. Хорошо, есть. К ДДшке. Все вместе встанем, я ДД подберу. Здесь. К ДДшке и все вместе встанем, я подберу. Хорошо. Чтоб всем дэмэджа дало под аурами, там вообще жопа. Да не блочите, что вы делаете.
Сейчас. Бодиблок. Давай, сейчас пухнет. Подойдите, дэмэдж. Эй, кто там? Дэмэдж возьмем, да? Поехало. 400, 350. Смотрите, что с Рошаном сделаем. Это что? Ема. Это Рошан? Найс, я... Пацаны, я без даггера, но с хексом, если что. Там еще есть еще этот. Я вот здесь где-нибудь пройду по старостинкера поймать. На низу там есть кто ТП дефнуть немножко? Пош... О, ладно, там уже дефнули. Я топ подпушу, поднапрягу. Они там стоят, инвокер на все стоят. На тинкере, кстати, хорошо двигается по деревьям, чтобы не видно было на мапе. Опа, жесть, сколько дэмэджа с ДДшками, это жесть. Ой, бро. Из Амазонки, пацан, да-да-да. Смысл от этих крипов? Нам голем нужен. Голем добавляет эти хп. Процентовочно. О, вот и голем. Найс, 4500 хп. Там у нас один мипарь чуть не сдох, да, на топе? Второй. Никто не умрет никогда. Никто никогда не умрет. Ну, если что... Пацаны, помогите! Меня убивают. ТП-шься на базу, дядь, если что. Мы тут перекроем их. Прилетишь. В мид зайти. Давайте я в наглую зайду, если что. Халпа будет? Да, будет, будет. Ну, поехали. Я в наглую зайду. Хексану там. Инвокер. Инвокера хексанул. Нападение на вокера делаю, пацаны. Вокер минусом. Да. Хорошо, в стангейзах стоим. Идите за HP, ребят, у кого там хп мало будет, если что. Да что ты? Вообще жесть. Это не настоящий. О, да там настоящий. Я улетел к иллюзии. Я на базу слетаю, пацаны. Давайте, кто на базу и этот. Хорошо, хп под регеним. Кто-то там мид колотит на мипаре чисто. Хорош. Да я. Жестко. Блин, это нереально круто, я хз. Кстати, можем трон, этот, рож трон, колодец, мне кажется, можем поочередно сломать, если будем отводить, как думаете? А там агрится, реагрится через... А, мы можем вот так делать? Мы можем просто отводить, убивать и отводить. Только надо их оппонентов минусануть. Мне кажется, давай, мы даже... Давайте попробуем под колодцем, Аигис, Тинкер улетел. Да, но мы можем сломать, ребят. Можем. Отводите только лоу-хэповых на базу ТП. Хорошо. Рез кто-то. Газе резнулась. Еще кто-то сейчас резнется. Спека. Я на базу отойду, ребят. ХП нету. ХП на базу. Вот кто-то. Убивает. Хорош, я улетаю. Найс. Мне, мы сломаем. Мы можем так и сломать колодец, если будем. Давайте минус сделаем. И разбьем колодец еще. Мне кажется, получится. Нам нужен быстрый доступ вот этого голема. Может, заведешь туда? Да мы проведем. Как только ты... не пушьте. Надо их минусануть грамотно и зайдем колодец сломаем смело. Можно опять в наглую вот так зайти, да, и сломать их. У нас Аегис, да, есть давай, пока, давайте под Аегисом, если что. О, крип хейтер. Если что, еще байбек есть. Да, байбеки есть еще, даггер будет. Вокера хорошо там я поймал хексом и все. Где инвокер? Давай некро, хрен с ним. Некр отблинковался, вот там он стоит. Вот сюда, да-да-да-да-да-да-да-да. Клади его на бок. Гангоднул. Ну, чуть-чуть не успели. Лопнули, лопнули. Ничего, спектра, если умрет, будет хорошо. Есть. Резнулись. Шапочника прыгай. Вон самый верхний. Самый не, верхний. Не-не-не. Хексану инвокера. Хексану. Хексанул инвокера. Зайдем, убьем его. Ой, как хапаю. Не-не-не-не, гетбэк, гетбэк. Что-то газанули. Ну, на базу ТП-6. Я ушел. Вай, не успеваю, походу, да, инвокер? Ва, успел. Хорошо. Хорошо, жесть. Так, даггер у меня. Или... Не, возьмем все-таки даггер, ребят, с даггером лучше. С даггером. Че, есть ТП на низку? Хорошо, один есть, все полетели? Да, да, полетели, пуфаем. Есть даггерочек. Сейчас даггером чуть полегче будет, ребят, я цепану. Но Аегис как-никак был. Можно подбайтить, типа, знаете, вокер прыгнет, я прыгну, хексану его сразу. И вообще, желательно завардиться. У нас что-то вардов нет совсем. Кто-нибудь может подвардить? Да, я сейчас поставлю ченом. Подвардим? Я вообще забыл про чена, что у меня чен есть.
Муншар, да он мне особо много ничего не даст, я думаю. Travel 2 можно сделать, чтоб на персонажей. Travel 2, наверное, получше будет. Да. Давайте в миду под Тинкера, да, вообще надо бы подождать. Где-то. Он сейчас на топе был, сейчас пойдет. Был на топе. Нет, он на топ пойдет. Он сейчас еще раз пойдет на топ. Ну я тпхнусь. Правда, я с аурами спалюсь. Сразу как тп дам. На миду некор. Ну давай, я тп на мид даю. Ой, задоджил. Инвокера хексанул, ребят. Хорош, спектру можно. Пойдем, колодец. Ловлю. Пойдем, пойдем, колодец. Пойдем, пойдем. Тинкера на характере поймаем. Инвокер реснулся, блин. Я на базу, ребят. ХП нету, хп нету. Улетите кто-нибудь один на базу? Блин, вот это вот так подсейвлю. Все, на базу все пуфаем. ХП нету. Хорошо. Блин, они же, их же сильно. Хрен выкуришь их. Надо хексануть. Тинкера хексанем, будет нормально. Давай ищи, я варды ставлю. Надо завардиться, и Тинкера поймаем, и зайдем. Инвокер сейчас без байбека, если что. Вокер без байбека, изи. О, ракета прилетела. Жесть. Ой, какая сейчас шутка была, ладно. Так, ладно. Ну я про Майнкрафт. Да. Так. Где же наш Тинкеросчик? Кто там? Инвокер? ТП-шусь. А, нет, не могу ТП-хнуться. Я иду в тупую, может там. Вокер. Вокер подставил, все, захексил его. Я ТП дал. А, все, ГГ ему. От Радика умрет. От Радика умрет. На топе кто-то. Спектра, давай цепанем. Гоу-гоу-гоу. Попаду, интересно. Не попал. Тинкер. Ох, блин, как хорошо, спектру убьем. Ну, мне рипера дали. Я отхожу, ребят, на базу. Отхилил. Я, если что, пуфанитесь на базу. Один кто-то останьтесь. Чтоб можно было обратно. Поменяемся по очереди. Вот это останьтесь, ты сказал, а он не умрет сейчас там? Может умереть, я помогу. ТП-хнусь. Зацепил его, остальные прилетят? Ребят. Я лечу. Поймал. Хорош, гоу, колодец, побьем. Все, пошли, да. Пойдем, побьем. Я изэрил сейчас на себя кину, чтоб не сдохнуть. На базу отлетаю. И по очереди, ребят, кто я там есть? Я могу переагривать, переагривайте, переагривайте. И ТП на базу. Переагривайте, плюс. Ну переагрите! Ну господи! Чё за дела? Я же прошу, ну переагрите! Да зачем переагрите на базу? Просто дайте ТП, вы чё? Как вы переагрите? Надо врага на карте видеть, чтобы переагривать. На базу? Ребята, чей мипа был? Это не мой. И все молчат. Обдушки, да понятно, да ты на базу просто тпхни и все, мы колодец, да по очереди понял, просто тпхни и все. Чё за блин? Я просто посмотрел, что можно переагрить, вы не агрите, я не знаю, почему. Да нельзя переагрить там. Мы могли сейчас сломать, да если бы правильно все делали. Не-не-не-не-не. Ясно, мипорак. Блин, и я виноват во всем. Так, у нас есть вардики. Кто может пока варды поставить? Так хорошо, и Тинкера поймали, и Вокер без байбека. Вот вы, блин, конечно. Контекст. Так, варды поставлены. Тебе вот сюда надо? Слушай, ну где-то, чтобы Тинкера цеплять. Даггер, прыжочек и нормально. Дизарма, зачем? Нет. Миссы? Он про миссы говорит. Да, миссы-то у Найкса будут, ё-моё. Надо ауры, ауры же. Аж толпой сильный. Можно некрономикона взять, типа, собрать, но на ком? У нас куру ломают, ребят, вон, Тинкер бегает. Я отвел. Блин, вот из-за мипа сейчас в таверне сидим. Все сидим. Все, бери венгу, поехали, дядь. Че там, венга что-то собирает? Садись, садись, вот основной, дядь. Че, низ, вверх.
Я уже давайте пошел вниз. Travel 2 возьму, если что. Не знаю, если что это, я Тинкера буду ловить. Именно задача Тинкера поймать будет. Они что-то там вон по лесу ходят. Вот здесь вот где-то. Я туда пойду. Посмотрю, давай, что там. Давай, давай, подержу. Да вы, если что, внизу стойте просто и все. Они сейчас сами пойдут наверх, по-любому. Некр тут у меня. Блинканулся. Ну я, ребят, тут некр, скорее всего, поймаю сейчас. Уфанитесь просто, и все, он умрет. Так, ну он мне хп подслил. Я подполнил. Задушат его, да? Задушить. Хорошо. От старости умер на некре. Точно. Чисто от старости погиб. Так, я ТП даю на то. Что, вы хотите внизу атаку, что ли? Нифига себе. Что за бодряковый там? Вы куда идете? Надо минус дать. Эй, ребят, мипарь что, бесконтрольный? Тинкера надо сначала убить. Тинкера убьем, зайдем, сломаем. Тинкера надо задушить. Не торопитесь. Минусанем Тинкера, можно спокойно колодцы делать. Вон, Вокера можно. Вокера цепанул, ребят. Все, погнали, попробуем. Только по очереди, там лоу-хэповый какой, четвертый вижу лоу-хэповый, если что. Все, я понял, он переагривает, не работает. Так, отойдите, развернитесь. Ой-ой-ой, дядь, на базу сразу. Сразу на базу. На базу ТП. Я прилечу сейчас. Зацепим Тинкера. Ну я пока, я останусь. Хорошо. Меняйтесь там, если что, хорошо. Там Хекс. А, так я еще нормально. Даггер выше, что? Да я выкладываю, чтобы прыгнуть ракету. Я не сбивал, да. Блин, но... Не, давайте отойдем, ребят. Отойдем. Инвокер, байбек. Ой-ой-ой, рипера. На рипера. Я байбекнусь. А, не могу байбекнуть. Сорян. На рипера посадил. Так, я пойду дом построю пока. То играйте героями, ребят. Пока у нас такое дело. Надо минусануть вот здесь. Блин, вот грамотно было, когда Тинкер и Нокер были без байбеков. Самый кайф был. Мужики, берем по дракону. Пошли разминать. Так, дракончика беру, все, погнали. Вот этого нижнего беру. Все, поехали. Зачем не трогай? Да че АФК стоять? Да мы не сольем, нормально, аккуратненько. Год собирал. Ох, нифига там торнадо, Метеорович. Так походу на XUGG, сейчас на рипера посадят, не? Не, хотя бы не на рипера, пойдет. Че, давайте тогда хрен с ним, колодец не сломали, тогда сломаем им в стороны, ребят. Тинкера если убьем, мы изи зайдем, но он с байбеком, два раза придется убивать. Какой же он радостный, да? Да пусть, че они все равно. Мы закончились 40 раз уже. Все равно они проиграли эту игру. Нам главное фан, контент. Чел. Там надо кому какие слоты, ребят? А может с алхимиком зайдем? Я под контрами паря. Колодец с алхимиком, может, зайдем? Давайте, я, слышь, давай я алхимосу закину бабок. Пусть он еще купит шард, слотик себе вместо армлета. У меня 17к, да. 17. Просто я вот думаю. Может, давай я хилочек дропну, дядь. У нас венга там что-то собирает еще. Сколько венги надо, напиши, дядь. Что ты там собираешь, непонятно. Что, он сам не знает, что собирает. Он кримсон собирает. Да, кримсон же по нажатию. Он же по нажатию кримсон. Не дает. Не, дэмэдж блок дает. На, держи. Но при нажатии дает. Вон хилок возьми, дядь. Я дропнул. Нет, спасибо. А, это только ему дает. Нет, там аура только ему дается. Так, подожди. Союзным тоже? Да нормально. 85 хилок я отправляю вот сюда, дядь. И так, давайте завардимся. Завардимся, давайте, парни. Как думаете? Завардимся? Кто есть, кто вардит? И надо, пусть они выйдут, там Рошан есть, если что, еще можно кому-то взять. Держи хилки. Некр на самом деле проблема, кстати. Некр такой хитрый.
Может на Рипера посадить, будет бабошка. 10 тысяч алхимик. Кто на топе, там некр, да? ТП 6, ребят, на некра, на топ. Давай. Убиваю. Инвокер тут. О, это засада была. Но некра надо фастом, ребят. Ай, Рипера издерила. Все, я на Рипере, без байбека. О, ГГ. Понял. Жесть. В будку. Господи. Ай, жесть. Так, ну ладно, тогда, если они, короче, это байтят, надо варды, ребят, поставить, чтобы видно было переходы. Там 7 вардов накоплено. 100 секунд, если что. Смотри. Что ты делаешь? Дядь, так... Это двойное наблюдение. Зачем? Чтобы водичку видно было, что Это не я. Я мид чуть толкну. Смотрите, там Тинкер с Хиксом на топе, аккуратно, парни. Он инвокер Венгу поймал. Так, Мишечку не так, трогайте. Так, некро, если заберете, будет хорошо. 800 IQ сделаю. Будка. Будка. Через Т, да? Будку, да, он написал. Но на Рипера садит. Там фул прокат дали, отлетел у меня персонаж. В будку. Да не трогайте, пожалуйста, умоляю. Трогайте, пожалуйста. Да, линку можно, Язер. Это не чинилище. Типа на всех мипарей бафнуть? Ну, блин, теоретически это звучит прикольно. Но не хотелось бы богоюзить. Да. Да, прикольно. Он нам одним ветром снимет просто и все. Ну да, тут ветром контроль. 40 секунд так. Я резнусь. Ну, маячок есть? Что, я не знаю, кто крипов в миду контри, ребят, я не трогаю, если что. Подхилю их ченом. Но это не я вон на мишке. Так, ну некр, ребятки, сколько секунд? 20 секунд. 5.17, некролайт в будку пишет. Инвокер на миду. А его алхимик его соло убьет. Хорош. Дядь, шарды купи, я тебе денег кину, да? На карту. А у него 6 тысяч. У него 6 тысяч. Да, я еще хилочек на топ пришлю. Дропну там. И там Тинкера можно будет поймать. Я буду ловить по чуть-чуть. Я сейчас, я внизу буду ждать его. Внизу. Если что, ребят, среагируйте. Он сейчас по-любому не спалит. Не трогайте Вокера вот этого нету. Мишкана, зачем? Жесть. Мишкан. Ой, я завис. Развис. Спектра внизу. Да, нам не спектра это. Интересно. Ну, гоу спектру пофиг. Разобьем ее немножко. Улетела. Куда? На топе она, братка. Хорошо. Тинкер тут. Тут. Вот некр, потанцевал. Некро, давай, некро, дядь. Танцевай. Ладно, он вышел. Тинкера поймал. Ребят, Тинкера поймал. Хорош. Все, можно колодец. Есть некр? Некра только нету. Некра под хиксом. О, да вот он. Все, колодец наш, ребят, 100%. Тинкер байбек, я поймаю его. Поймаю Тинкера. Давай. На характере. Погнали. На характере. На неожиданность. Где он? Ах ты, Криса. Не вижу его. В кустах сидит. Мипарь лоу-хэпово сейчас сдохнет. Я подхилил. Один на базу отправьтесь. Поймал. Но мне ГГ, походу, ребят. Успею пуфнуться куда-нибудь. Сорян, байбекаюсь. Жесть. Я накосячил, сори. Мой косяк. Убил его. Можно этого чувака. Инвокера. Хорошо. Я пока медузку тогда закрою. Хорошо. Вокер байбекнулся. Опа. Ну лучше бы вокера, да, конечно. Ну, Вокер Хекс будет сейчас, дядь. Он мне прокас, походу, даст. Хексу и Вокера. Хексану. Хексанул Вокера. Подхилил тебя. Хорошо. Отойди. Я пуфнусь на базу основным. Меняйтесь, мипарей. Меняйте, ребят. На базе кто там не доконтривает? Мипарь лоу хэповый. А, нажми на него, он выживет. То, через тревела ТП-шится, вы шо? Да. ТП-шись. Основным. Все, ребят, все мипари туда, кроме пятого. Наш. Хорош. Вот, смотри, видишь, я снял агр с него. Все. Будку. Надо написать. Будку. О, все. Вот он, пуфаемся. О, ГГ. Он умрет.
Вот этот мипа, отведите его. Я отвел его сам. Некр, Некр, как ты, брат? Напиши ему. Хорош. Пусть дефнут, да? Я на базу такой. Все, я на базу. Ломаю. Я на базу улетел. Все, Некр молчит. Ребят, ну вот такая у нас, в принципе, получилась сегодня вот игровая вот такая веселуха. Надеюсь, эти катки вам понравились. Обязательно поставьте лайк, не знаю, подпишитесь на канал. Спасибо ребятам, которые помогали мне делать этот видос. Реально, получилось прикольно. Ребят, надеюсь, вам тоже игры понравились. Напишите плюсик, если понравилось. И это, блин, прикольно. Так, плюсик не ставит, значит, не понравилось. Я понял, понял. Записал вас в блокнотик, что больше не зову вас на видос. Хорош. Хорош. Ребятки, ну и на этом все. Обязательно поставьте лайк. Пробуйте это с друзьями. Эта тема рабочая и, как обычно, спасибо всем за просмотр. С вами был Ксеназос. И спасибо всем остальным ребятам, которые были в каточке, которые мне помогали делать этот видосик. На этом все. Всем пока.